Рамселя долой! Рамселя Нагитовы! Всем привет! Вы на канале Лара Летсплей. Почти прибыли к месту назначения. Давайте же причалим. Сонная лощина. Угу. Наша цель где-то здесь. Но сначала я хочу здесь немножко осмотреться. Ага, вот она и точка обзора, собственно. Так что сможем осмотреться как надо. О, даже так. Отлично. И что же здесь есть? Давайте-ка с вами посмотрим, на что нам стоит обратить внимание. Так, это основное задание. Здесь у нас есть карта сокровищ. Буду их копить, пригодятся. Ну и попутно, конечно же, открывать данные сокровища, находить. Ну да, собственно, ничего, да, таверна. Вот, ну я, пожалуй, сюда наведаюсь. Вот это трофей! Так, мы воспользовались ситуацией, пока вот эти ребятки, они отвлеклись на волков, наверное, я так понимаю, кто-то здесь обитает. Кого-то они там пристрелили, давайте-ка, так, воспользуемся и снимем шкурку. Может быть, она нам пригодится. Вот, потому что с вами... Ой-ой-ой. А, они тут не видят, да? Что я хотела сказать? А, совсем забыли про улучшение для шеи. Вот, давайте же посмотрим. А так, не туда. А, ремесла. Что мы можем изготовить? Шкура зайца, кстати, зайцы здесь я уже приобрела. Вот это вот улучшение, нужно было всего два зайца. Дальше, арктический заяц, канадская рысь, ладно. Так, стоп, вот это вот серого волка мы сейчас с вами шкуру взяли. Так, что здесь?
Так, волк нам нужен, как мы видим. Писец, канадская рысь, лось, волк, в общем, да. Тут надо исследовать достаточно, я бы так сказала. Так, ребят, вернулись вы на свой пост. Замечательно, я успела уже карту у вас украсть. В Северной Атлантике зарыто сокровище. Но пока что мы находимся в Ривер Вэлли. Так, а здесь что происходит? А, здесь... Я поняла, что тут происходит. Так, давай. Ты меня не видишь, иди отсюда. Да что ж такое, даже сундук украсть спокойно не дают. Везде все видят. Так, не вздумай стрелять. Все, ты меня не видишь. Отлично. Отличненько все. Давайте же, наверное, тогда уже отправимся выполнять задание. Вот она, это. Hope. Да будет свет. Ты опоздал. Небо уже хмурится. И не только небо, да? Мастер Франклин, сэр. Меня зовут Шей. Это моя спутница Хоуп. Уильям Джонсон велел передать это вам. Спасибо, но боюсь, эксперимент откладывается. Что это значит? Армия конфисковала мой громоотвод, а без него не получишь электричество, необходимое для вашей шкатулки. Мастер Джонсон вряд ли захочет ждать. Возможно, вы можете помочь. Солдаты весь день таскают вещи. Может, они скажут вам, куда забрали громоотвод, а вы его вернете? Рад служить, сэр. Попробуй поискать на рынке возле доков, а я помогу Франклину. На рынке возле доков? Я так понимаю, какое это где-то рядом? Какое безобразие. Я не могу продолжать свои исследования. Сейчас конфискуют все металлическое. Да, да. Армия плавит металл. Да я просто хочу... Война прежде всего. Иду, бегу уже. Лейденская банка. Полезная вещь. В ней можно накапливать и временно хранить электричество. Орлиное зрение. Хорошо. Орлиное зрение позволяет замечать любопытные детали. Если оно активировано, противники и животные подсвечиваются красным, а цели и задачи золотистым цветом. Нажмите V, чтобы использовать орлиное зрение. Помните, что орлиное зрение недоступно во время бега. Используя орлиное зрение, вы можете помечать до 5 противников, просто посмотрев на них. Помеченных врагов вы будете видеть через стены даже тогда, когда прекратите использовать орлиное зрение. Спасибо, что напомнили. Мне как-то туда надо. Ага, иди-ка ты сюда. Так, не будем светиться сильно. Так, может наверх залезть? А смысл? Ладно, давайте сначала посмотрим. Ага. Ух, тяжело-то как. Похоже, погода портится. Солдат, ты знаешь, где склад? Да, сэр. Оглядывайся. Похоже, за мной следят. Тебе просто померещилось. Ну, я посмотрю. Кто там будет смотреть? Ага. Давай. Давай, быстрее. Так, мне как бы туда. Может, как-то так? Ну,
Давай, давай, Шей. Быстрее. Видел странные штуки сразу Бенджамина Франклина? Держись от него подальше. Говорят, он колдовал с молнией. Не про Франклина разговаривает. Эй, так, давайте так, через верх попробуем. Ой. Тебе померещилось, товарищ. Да, вот так. Давай, Дин, не отставать. Давай, Шей. Да нет, ты брось, ты его. Блин. Вот. Иду. Бегу точнее. Это последнее? Так точно, сэр. Несите туда же. Так, и куда же он его понес? Ага. Давай, иди сюда. Сейчас я из тебя пугало огородное еще одно сделаю. Так вот чем манили. Не смешно. Если командир прикажет продолжать, они взбунтуют. Я бы тоже сердился, если бы у меня имущество отбирали. Нам нужно желез. В основном. Местным объясни. Когда мы победим, они еще спасибо скажут. Давай. Заходи в заросли. Еще идет? А, это где-то там. Это не так проблемно. Ой. Интересно. Фонарь, главное, бросил. Так, ну что, вывести из строя? Сигналочка. Так, а как мне? Нет. В окно залезешь, Шей? Да. Залезешь, конечно. Интересно, зачем мастеру Франклину нужны эти стержни? Кто его знает? Нужно вернуться к Франклину. Ой! Ну, я забралась наверх, чтобы посмотреть, как мне. Да, чтобы, собственно, смотреть. Бежать! Да что ж такое? Ну давай, иди проверять. Не плавайте. Такое с вами дополнительное задание. Взять к воде, приближаться особо не будем. Как же нам? Ой! Фотоаппарат. Ой-ой-ой. Посмотрим.
Здесь вода, да? А как мне так, чтобы не плавать? Наверное, надо наверх. Вот как пришли, так и уйдем. Я так понимаю. Как иначе? Не знаю. Да, скорее всего, вот так. Вот. Вроде получилось. Так, давайте. Бегом к Франклину, пусть он там с громом справляется. Шей, слава богу! Быстро! Прямо отвод! За место? Португалия! Лиссабон, могу поклясться! Шей, скорее уходи! Вот-вот появится патруль! Станут задавать вопросы! А как же ты? Я образцовая экономка! Ясно!